10 февраля в городском доме культуры состоялся концерт духового оркестра ГУВД Минского городского исполнительного комитета. Выступление известного коллектива, приуроченное к столетию милиции Беларуси, стало приятным подарком не только для сотрудников внутренних дел, но и многочисленных жителей и гостей нашего города. Эти концерты посвящены памятной дате, ознаменовавшей столетие белорусской милиции. Концерт будет насыщенный своим музыкальным исполнением. Также будут представлены новые композиции, которые исполнит наш замечательный коллектив. Это самый лучший коллектив органов внутренних дел и имеет большую историю. Творческая история духового оркестра ГУВД Мингорисполкома насчитывает уже более 50 лет. За это время в коллективе сложились свои музыкальные традиции и накоплен богатый опыт концертной деятельности. Современный состав оркестра – это профессионалы своего дела. Оркестр у нас является профессиональным, потому что все музыканты нашего оркестра имеют высшее музыкальное образование. Они закончили Академию музыки, выпускники Минского института культуры. Они также являются и милиционерами, поэтому праздник для нас очень символичен, и мы, думаем, принесем людям очень много замечательных и положительных эмоций. Специально к столетию милиции творческий коллектив подготовил для зрителей новую и особенную программу. В этот день музыка звучала на любой вкус. За год оркестр дает более 100 концертов. Коллектив постоянно в творческом поиске. Многие музыканты пишут музыку и сами сочиняют песни. Совместно с Министерством внутренних дел Республики Беларусь в этом году оркестр планирует записать новый диск, который также будет посвящен столетию милиции Беларуси.